Здравствуйте. Здравствуйте. Можете брать машину. Ага. Может быть, вы мне поможете выбрать? А чего их выбирать? Все одинаковые. Ну, да. Любую берете, только то, что под чехлом, нельзя. А она что, с брачком? Зачем с брачком? Отличная машина, но нельзя. Ах, ну понимаю. А почему, собственно, нельзя? Может быть, можно, а? Мне понравилась именно та вот под чехлом. Вот так при виде легких денег, умело проявляя прыть, манипулирует мошенник. Он знает, что и как накрыть.